Ребята, всем привет! Сегодня у нас вторник, и пока что не нашли хороший груз, нету работы, купил я себе небольшую мишку чин. Взял гофру на вебасту, на фен, пытаюсь ее приколхозить. Взял вот такие вот коврики, вот сюда вот я их буду делать, чтобы отряхать ноги от снега. И взял еще вот такие коврики себе, это сюда на пол. В общем, буду потихоньку собирать. Поехали. Так, все, сейчас я помыл. Теперь будем их ровненько отрезать. Вот эту всю пригрудень. Как раз у нас входит, и так потихоньку будем отрезать. Взял я запасом, поэтому хватит мне, должно хватить на все. Короче, ребята, все я вырезал. Лучше всего вот эту ерундень резать ножницами, потому что ножик ее начинает ломать. Все, так я ее положу и сейчас закреплю вот такой вот вязальной проволочкой. Вот сейчас буду покажу вам, как я это буду делать. Так, наверное, вот так вот. Откусил. Загнул. Вот загнул. Так, нет, маленькую я взял. Так, подвинь. Так. Так, наверное. Вот. Так. И вот так. Вот все. Здесь вот загибается. Загибается и там завязывается. Тут уже завязывается. Так, ну поскольку надо взять побольше. Ну все, ребят, правда, это дело муторное. Вот видите, с такими вот соединил я их все скобками, проволокой, и в принципе все, можно уже вытираться. Так, раз, 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 раз. Отлично, красота. Теперь пойдем на другую сторону. Вот, вырезал на вторую сторону. Вот они, пока еще их не прикрепил. Также сейчас взял проволоку и буду потихонечку их скреплять. Вот. Буду отрезать, скреплять. В общем, по той же схеме. Все по той же схеме. Через вот эти вот дырочки. Вот. Так, все, ребят, готова вторая. Полностью можно вставать и отряхать об нее ноги. Вещь очень удобная, я считаю. Так, дальше. Дальше займемся гофрой и гофрой фена и ковриками. Сейчас будем заниматься дальше. Это уже мы переходим в кабину. Так,
Вот эта гофра, ребята, она мне не нравится тем, что она, видите, когда холодная, она как пластмасса. Когда разогреется, она нормальная. Я купил вот такую на 80 диаметром, но надо мне на 60. Не знаю, на 60 нету. Самая маленькая была на 80. Видите, ее классно, кто, ребята, знает, можно вытягивать, потом снова затягивать, гнуть как надо. В общем, мне сейчас надо ее как-то вот под этот диаметр. Так, да. Даже там у нас чуть больше диаметр. Загнуть, потом закрутить хомутом. Ну и все как бы. А это сопло будет вот так вот гнуться, куда оно захочет. И для этого сейчас нам ее надо выдвинуть. Вот здесь вот в начале. Вообще посмотреть, налезет она, нет. По идее должна, говорят, загибаешь ее как-то и все. О, фен уже включился, уже начал работать. Как-то вот ее надо загибать. А как? То ли как-то так. Вот так. Так. И вот так. Короче, как-то так мы ее загибаем. Вот. Что-то вроде. Да. Все, и там она у нас выходит и сюда будет дуть. В принципе, все просто. Вот. Так, все. Эту я снял. Так, чтобы вам было видно. Как-то нам вот это дело надо сделать. Как? Без понятия. Да. Так. И вот как-то так. Здесь мы обожмем. Там она будет у нас выходить. Надо ее выгнуть сейчас, потом так вот сюда поставим и хомутом прикрутим. Так, еще выгнуть надо будет вот здесь. Там вроде бы выгнули. Главное, чтобы ее никто не помял. А дует она, кстати, ребят, неплохо, я бы сказал. Там даже очень хорошо. Ну, вот это вот. Я не знаю, куда ее. Раньше она у меня висела просто вот так вот, да, вы видели, может. Вот, то бишь она дула таким макаром в салон. И туда. Сейчас она, можно ее вертеть как хотеть. Можно пустить ее вот так вот и по боку. Но это мы разберемся потом. Сначала нам надо ее закрепить. Пошел я за отверткой. Так, закручиваем хомут. Затягиваем его полностью. Все, хомут затянут. Мы ничего не сломали. Тепло идет. Ага. Теперь момент, как, куда ее провести. Все, придумал. Смотри, как сделал. В общем, вывел вот так. И можно либо вверх, либо в бок ее направлять, либо куда-то еще угодно. Сейчас еще вот здесь вот закреплю ее вторым саморезиком. И будем тестить, как у нас эта вся схема будет работать. Так. Да, конструкция, конечно, ужасающая, но довольно-таки рабочая. Все, и спокойно у нас вот сюда идет тепло. Сейчас фен разогреется как следует. Все, я думаю, от этой металлической гофры тоже будет идти тепло. Все должно быть нормально.
Так, поехали дальше. Взял я сегодня коврик, такой количество двух штук. Называется коврик предверный. Стоит всего, кстати, делает Самарская область. Состав полипропилен, 100%. 50 на 80. Пойдет. Он у меня вот лежат такие же. Они, в принципе, влаговпитывающие такие, нормальные, устойчивые. Поэтому сейчас взял побольше. Вот взял, как вот сюда у меня лежат. Хочу постелить их на пол, потому что старые уже износились. Надо стелить новые. Стоит он всего 110 рублей. Вот, поэтому к зиме как раз пойдет. Вытряхнул его и поехал дальше. Так, ребят, видите, все, постелил я коврики. Все, ништяк. Все, круто. Здесь можно прям вообще даже босиком спокойно. Так, завел машину пока прогреть. А там тоже, видите, такой коврик постелил. Красный, да, как у этих. Видите, у меня, потому что салон-то красный, поэтому и коврики красные. Так что все, ребята. Фен греет, коврики новые, там коврики новые, так что все ништяк. Цена вопроса 520 рублей вот этого всего, всей этой красоты, ребята. Цена 520 рублей, пятихатка, видите? Ну там красота, здесь красота, там красота. Даже еще и за кабиной красота. Так что, ребята, спасибо всем, кто смотрел это видео. Вам всем большой, огромной удачи. Ждите новых видео рейса, когда я поеду в рейс. Пока рейса нет. Возможно, скоро будет. Поэтому подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы это видео у вас всегда было первым. Вот, когда оно выйдет. Ну и все. Еще раз всем большой удачи и пока.